MSI Prestige A10SC037RU. Легкий и мощный ноутбук для ресурсоемких задач. Комплектация простая. В коробке лежит сам ноутбук, блок питания и документация с информацией по эксплуатации устройства. Весит данная модель 1,6 кг при толщине 16 мм. Под матовой темно-серой крышкой с логотипом MSI скрывается удобная клавиатура с подсветкой, но без цифрового блока. Также предусмотрен вытянутый по горизонтали тачпад со сканером отпечатка пальцев в верхнем левом углу. Перейдем к дисплею. Диагональ его составляет 15,6 дюйма. Матрица IPS с частотой обновления в 60 Гц. Максимальное разрешение 3840 на 2160 пикселей. Экранные рамки тонкие, что увеличивает полезную площадь дисплея. В верхней рамке неприметно встроена веб-камера для видеосвязи. Осмотрим разъемы ноутбука. Здесь у нас два порта USB, два порта USB Type-C, разъем HDMI, картридер и аудиоразъем. За высокую скорость работы устройства отвечает мощный 6-ядерный процессор Intel Core i7, а за графику видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Объем оперативной памяти у устройства внушительный. 32 гигабайта. Для установки видеоигр предусмотрен SSD-накопитель с не менее внушительной емкостью в 1 терабайт. С такими характеристиками вы сможете поиграть в Metro Exodus на высоких настройках графики со стабильными 60 FPS. Аккумулятор устройства выдерживает 4-5 часов работы в сбалансированном режиме. Во время продолжительных игр этот показатель будет немного ниже. Поэтому, если планируете долго играть, логичнее подключать ноутбук к электросети. За охлаждение устройства отвечает два кулера. Во время производительной работы ноутбука они могут немного шуметь, но при этом температура видеокарты под нагрузкой не поднимается выше 80 градусов. Итак, перед нами мощный и быстрый ноутбук, созданный для разных задач, включая требовательные программные задачи и видеоигры. Он легкий и тонкий, поэтому его удобно брать с собой. Но низкое время автономной работы накладывает ограничения на длительность игровых сессий вдали от розетки.